Обезумевшая от безделья молодежь США и Британии придумала себе новую игру. Нокаут. Так жестокое мероприятие называют сами подростки. Они собираются в группу и выбирают ведущего, который с одного удара должен свалить с ног первого встречного. Подростки бьют в голову, не разбирая мужчин, женщин, стариков. Погибшие есть уже в 4 штатах. Подробности и кадры дикой забавы у Дианы Лискевич. Нокаут – так называется игра, которой последние месяцы увлекаются американские подростки. С точки зрения пробации, вот, людям делать нечего. Чего? Ну я про игру эту, ну. Тебе, кстати, кто-то звонил. Ну все, я пошел. Саш. Мне нужно идти. Саш. Ты таблетки от кашля поешь, хорошо? Ну, Саш. Ну, ты же знаешь, отцу надо помочь. Пока, милая. Саш. Ты меня любишь? Ну, конечно. Настенька, привет. Это я. Ну, я скоро буду, ну, через 15-20. Да, Юля задержала, знаешь. Ну, все, солнце, давай. Ну, вот уже сейчас автобус подъедет. Давай, малыш, целую. Пока. А, сука. Нормально. Не, ну нормально, да я ему так его завалил. Так ты еще шевелится. А ты что у нас, Леха, в эксперты заделся, что ли? Пойди да добей. Ну иди добей, ну что. Да вон Костян хочет, пускай он гонит, а? А что ты на Костяна сразу стрелки переводишь? Сам-то что? Сышь. Да сыт, по-любому. Да ничего я несу, а? Чего вы разгладились вообще как бабы? Что ты сказал? Да ничего. Да хорош, Ваня. Погнали вон я следующего бахну. Ну вот. Другой разговор. Пойдем. Батя, есть что пожрать? А ты купил пожрать, что ли? Ты просил, что ли? А тебя все просить, башкой своей думать надо. Где был? Где-где? Где надо? Договоришься ты у меня сейчас? Да, батя... Сначала в школе был, потом с пацанами тусили. Тусили, да? Да. А чё такого? Чё такого? А это тогда что? Бумага какая-то. Да ты венки-то раскрой, посмотри внимательно. Что, совсем взрослый стал, самостоятельный? С пацанами хотите на попечение государству попасть? Да ты о чём? Да совесть ты потерял, тварь ты малолетняя. Ты что, в тюрьму хочешь? Я тебе передачки таскать не буду. И ступаться за тебя нифига не буду. Я тебе что, мало даю? Я тебе что, мало делаю? Это ты вот так меня отблагодарить хочешь? Да, батя! Заткнись и слушай. Ты дальше носа своего не видишь, а уже лезешь куда-то. Да тебя сейчас каждый хрен в полиции знает. И скажи спасибо, что ты сейчас колбасу ешь, а не дерьмо какое-нибудь. Я одного сына похоронил. Мне что, второму передачки носить на малолетку?
Этого не будет, ты понял? Да, батя, это игра. Реальная игра. Игра? Сейчас ты у меня доиграешься. Что ты понимаешь-то, а? Старпер, сидишь тут целыми днями свои фигурки вырезаешь. Здорово, Ванна. Да нет, нормальные дела. Слушай, что сегодня во сколько? В 6 или 7? В 7? Ну добро. Да я нормально, только батя мозг выносит, ну. Ну я за тобой загонюсь. Давай, давай, а. Так, быстро. В машину, быстро! Ну, мужики, а? Это что за шутки-то? Парень, успокойся. Детская блокировка. Я бы сказал так. Ты попал на неприятности. Да, какие неприятности-то, а? Нервничать уже поздно. Поэтому сиди спокойно. Да что, ну что за беспредел-то, а? Я ничего не сделал. Да пырни ты его, чтобы соткнулся. Да расслабься, расслабься. Не буду я тебя резать. А пока не нужно заставлять человека за рулем нервничать. Это отвлекает от дороги. Я ни в чем не виноват. Ты уверен? Да выпустите меня отсюда, да я ничего не сделал. Ты ничего не делал, да? Ты ничего не делал. Ты сына моего угробил. Рот открой! Можешь тебя зарезать, а? Или закопать, или ноги для начала переломать. Можешь поговорить. Поговори! Хочешь поговорить? Ты скажи, гнида, ты с сыном моим говорил! Что ты там бормочешь? Есть у нас какая-нибудь кувалда или топор? По-моему, он что-то хочет сказать. Хочешь что-то сказать? А может просто тебя убить? И все? А? Или не просто? Да я порублю тебя как свинью! Потому что ты свинья и есть! Тварь! Ничтожество малолетнее! Ты даже не человек, даже не подобие! И никогда им не станешь! Мразь, тварь! Да сдохнуть тебе в канаве, чтобы никто тебя не нашел!
Пойдем поговорим. Алло, пап. Пап, забери меня отсюда, пап. Леша, что случилось? Пап, я его убил. Пап, пап, я не хотел. Парня, значит, убил. Доигрался, значит. Вот тебе и взрослая жизнь, и игра твоя. Допрыгался сразу, папа, помоги. Но... В общем, будешь теперь знать, что такое, пап, уголовщина. Ты давай успокойся. Я своих друзей попросил тебя разыграть. Так что руки в ноги и домой. Алло. В смысле? Леша. Друзей. Леша.